126 новых проектов обрабатывающей промышленности запустили в Казахстане в 2023 году, отметил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Создано почти 9 тысяч постоянных рабочих мест. Среди наиболее важных для экономики стала обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа. Предприятие выпускает 400 тысяч тонн хромового концентрата в год. Утверждена актуализированная концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы, включая финансовые и нефинансовые меры поддержки и стимулирования. Общий объем финансирования проектов составляет свыше 620 миллиардов тенге, включая льготное кредитование. В работе по обеспечению сырьем подписано 25 трехсторонних соглашений, заключено 35 долгосрочных договоров и 10 автоик-контрактов. Проведен мониторинг деятельности недропользователей, в результате которого прекращены 4 контракта и отозваны 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Эти меры направлены на оптимизацию и повышение эффективности недропользования. Также внедрена специальная единая платформа. Эта платформа реализует основной принцип законодательства о недрах – принцип доступности информации. Загружено более 47 тысяч геологических отчетов и прошли авторизацию порядка 2 тысяч пользователей. Также в этом году успешно проведен первый электронный аукцион на платформе Екозана.кз с общей суммой подписного бонуса более 1 миллиарда тенге.